сегодня мы проводим розыгрыш книги «Вязание крючком». Для этого я буду пользоваться сервисом Random Real. Копируем адрес ссылки. И вставляем его вот сюда. Нажимаем кнопочку «Процесс пошел». Смотрим, кто у нас выиграл. Это Любовь Матвеева. Так, есть ли пост? Вот пост. Все правильно. Поздравляю победителя. А всех, кто, кому не удалось выиграть в этот раз, скоро я буду устраивать еще один розыгрыш книги. Правда, он будет уже не ВКонтакте, а на моем канале YouTube. Но ссылочка все равно будет об этом розыгрыше ВКонтакте. А пока поздравляем победительницу. Если вам очень понравилась такая книга, я еще раз дам ссылочку на интернет-магазин, где ее можно приобрести. Удачи вам во всем. Удачи в новых розыгрышах, в творчестве и легких петелек. Всего доброго!